стой сейчас ровно, где тебя болит? Все вот здесь болит, да? Отдает чуть еще и сюда. Ну все, все, да. И тебя перекосило знатно, тебя перекосило вправо. Вот. Вошел спазм, здесь у нас больно. Так, и вот, вот смотри, вот один, вот тазовая кость, ага. Гребень подвздошной кости. Вот, ищем второй гребень, вот гребень, вот, вот. Ну, кстати, так не больно. Но я знаю, не, не, подожди, вот, вот у тебя гребень, вот, да, вот он. Так, я дело не в этом, я сейчас пока покажу. Вот. Вот он гребень, и вот гребень. Вот такая вот дилемма. Так, Кирилл, упади на меня, голову вниз, вдох, выдох, и расслабь голову. Отлично. Живой? Угу. Не больно? Нет. Значит, смотри, сейчас я сделаю преднатяжение, и ты мне четко дай понять, больно, не больно, хорошо? Вдох, выдох, и максимально отпусти, расслабься. Вот так вот больно? Нет. Не отдает никуда? Нет. Ну, поехали, расслабься. Во. Еще раз вдох, выдох и максимально расслабься. Отлично, отлично. Ну, слушай, есть шанс. И здесь та же самая тема. Если тебе будет больно, сразу говори. Я сейчас вначале натяну, вдох, выдох и расслабление, упади. Эту ногу выпрями, вот так вот, да, и вот так вот. Скажи, больно? Чуть-чуть. Где? Так, убери руку. Держись вот так. Сейчас мягко. Вдох, выдох и расслабь. Вот так больно, да? Не пускает. Отпусти. О, все, нельзя. Ну, придется еще раз прийти, потому что здесь держит пока. Вот, но... Вдох, выдох, упади на меня, упади, расслабься. Расслабься максимально. Ну, отлично. Ювелирно. Так, ну на видео видно, что выровнялся. А теперь смотрим. Опять же, ищем один гребень подвздошной кости и второй гребень подвздошной кости. Вот они. Вот один, вот второй. Вот он. И вот мы чувствуешь, я положил на них палец. Ты немножко перекошен, пока что мышцы, они еще не вышли из спазма до конца. Но вот гребни. Вот, нормально. Ты стал, вот, вот он. Давлю на них. Вот они. Вот.